Приветствую, друзья, вас на канале Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки 7 Days to Die. Итак, друзья, планы на сегодня у нас таковы. Мы сегодня будем подготавливаться к Ночи Орды, которая будет у нас в 35-м дне. Да, осталось 2 дня. Что у меня по планам все, друзья? По планам у нас сегодня будем ставить ловушки. Я хочу поставить ловушечку, парочку таких красивых, замечательных ловушек. Для этого нам понадобится... Я уберу бочечки и поставлю здесь дротики, скорее всего. Блин, опасно, конечно, будет, но, блядь, я поставлю плиту здесь. Они будут плитой выключаться, эти дротики, и тогда будет только стрелять, когда будет плита активна. Так что мы здесь с этой стороны поставим также самую такую систему. Просто протащим еще, может быть, на один блок. Это мы уничтожим, да. Просто расширим этот вариант. Вот. Ну и будет более какой-то такой, надо будет сделать новый какой-то подход к... Как сказать, даже не может быть. Знаешь, что, друзья, сделаем так, как-то чуть по-другому. Сделаем так, может быть, здесь ППшечки поставим, турельки, да, которые будут активироваться по нажатию плиты. И здесь мы тогда поставим... Опять же, может быть, тогда эти дротики, да, протащим где-то, может быть, на пару блоков, да, вот сюда. И как-то выкопаем здесь все это, соединим вместе. Да, здесь как так и, наверное, поступим. Давайте сейчас наймем, пойдем, ресурс там нужно. Да, кстати, еще, друзья, создал, после стремецкого, кто знает, вы помните, мы собрали книжечки, мы можем сейчас создавать лук и арбалет, да, у нас сейчас композитный арбалет. Вот, композитный оборот сделал стальные болты. Я не сделал, как пока что, никаких взрывных. Там никаких таких я не делал. Пока что не надо. Экономил ресурсы. Просто сделал стальные болты и все. Да, и Desert Eagle, да, у нас выпал. Вы помните, да? Я поменял его на револьвер. Револьвер будем просто брать с собой, когда пойдем торговать. Так как он дает нам бонус при торговле, да. А так он нам сейчас пока что не нужен. Что нам нужно? Зачем мы сделаем так? Мы берем ППшечки. У нас очень много ППшечек. Две турельки возьмем пока что. Я думаю, что... Давай, может быть, все-таки... Два возьмем пока что. Нам больше не нужно. Или, может, по сенсору мы сделаем как-то... Короче, возьмем сенсор. У нас есть один сенсор. И у нас еще есть плиты. Мы еще релюшек возьмем. Стиплер возьмем. Дротики нам нужно, конечно. Заберем все, что у нас есть, так как у нас все равно тут только место занимают. Я надеюсь, что нам электричества хватит, но я думаю, что может быть даже не, ну, 15. Ну, посмотрим, может быть, тогда еще сделаем еще один генератор попозже. Так, но это надо тоже... Не, ну это мы подключим к одному выключателю, который будет включать у нас все... Что нам надо включить во время ночной этой... во время Орды. Так, следующее, что надо сделать, нам надо дерево. Так, надо создать строительные блоки. Давай штук 50 изготовить. Остальное выложим. А, не, не будем вкладывать. Так, берем бетон. А у меня же есть бетон. Потом бетон возьмем. У нас булыжник есть, у нас бетона нету. Значит, следующее, что нам надо делать? Ну, Галим, конечно, что у нас сейчас ночь. Но... Что с ним? Так. Следующее. Так, значит, что мы делаем? В первую очередь, нам надо взять кирку. А, надо было еще лопату было взять. Вот что надо было взять еще. Я не хочу бором сейчас там работать. Лопата будет гораздо быстрее. Так, у нас бур 5 уровня. У нас все моды стоят, да, мы все моды стоят. Отлично. Так, значит, мы что уберем? Мы уберем дробаш. Вот так сделаем. Сейчас пойдем заберем бочку. Это мы благополучно сейчас разнесем в клочья. Здесь просто поставим малесть другую систему. Где наши блоки? Блоки, чмоки. Так,
Здесь мы поставим вот такую вот фишечку сейчас. Где-то у нас был такой блок. Ну, сейчас надо сейчас еще найти его. Полуобрубок, блин. Вот он. Копировать поворот. Но что ж ты будешь делать? Давай вставай, как я должен, как ты должен мне встать. И здесь мы поставим такую вот тему, как носовую часть. Да подожди, где это было у меня? Это здесь было. Да? Да, здесь он, и вот это, ну, клин. Копировать. Копировать поворот. И все. У нас тут будет место для ППшечки. Может быть, надо было бы еще вынести ее. Ну, давайте все-таки посмотрим, как это будет выглядеть. А потом уже решим. Одну сюда. И вот здесь где-то поставим плиту. Вот сюда. Блин, все не туда. Так, и плиту поставим. Ну. Да, скорее всего, сюда где-то его поставим. Потому что больше всего, точно, я переживаю по поводу демолишеров, да, которые будут у нас тут в скором времени появляться, чтобы их нахер не снесло по 31 число. Чтобы они не взорвались, чертовой матери. Так, это, значит, так, берем сюда и сюда. И так, значит, нам сюда надо еще поставить. Таким образом. И отсюда. Сюда. Да. Так что мы туда пойдем. Так, мы встанем здесь. Врубиться, по идее. Должно так сработать, если я не ошибаюсь. И накидать. Сейчас надо было еще поменять. Надо это, как его. Атаковать только зомби. А не меня еще в придачу, блин. Так, следующее. Булыжник. Чтобы не париться с поиском того, что нам надо. Просто копируем. Копировать форму. Копировать поворот. Отлично. А что так светло, блин? 8 часов вечера, а так все светло. Очень странно. Отлично. А, даже значит, друзья. Подожди, сейчас. И булыжник. На вот это. Да. Так, улучшенный. Вроде 8 часов вечера и такая, так светло. Как-то очень странно. Отлично. Просто может быть... Нахрен эту бочку. Ну, бочка это круто выглядела. Я думал поставить просто бочку сзади. Вот здесь. Да так и поставим, так и сделаем. Чё нам? Чё нам? Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Отлично.
Ну, это, опять же, тестовый вариант. Посмотрим, как это будет выглядеть, потом, в конце, снесут, не снесут нам это все дело. Потому что, ну, у нас никаких проблем вроде бы нету с этим всем делом. Ну, просто, чтобы как-то еще то, что не облегчить, а разнообразить эту проблему, это больше игру. То я хочу снять это, я хочу поставить это нормально, чтобы было выглядело. Вот так, где-то, иди сюда. У нас здесь плита. Вот где? Здесь. И берем стиплер. Сюда. Отлично. И от тебя сюда. Сюда. Отлично. Ну и здесь. Отсюда. Сюда. И отсюда. Сюда. Опять же, меняем здесь на зомби только. Окей. Следующее. Блин, здесь... Нет, я думаю, все-таки... Знаешь, что здесь, друзья, сделаем? Мы здесь сделаем. Мы здесь сделаем чуть по-другому. Мы здесь поставим... А я не знаю, или могу создать это здесь. Мне надо, или мне надо создавать это в... Создавать это в верстаке. Я имею в виду натяжку. Чтобы натяжка работала по принципу. Ты затронул... как-то зацепил ее, и все. Потому что здесь слишком будет, опять же... Ну, не знаю. Посмотрим. Нам сейчас надо наметить. Это как его? Как мы это будем делать все? Так, это как? Ну, еще, может быть, парочку. Да, может, еще. Или хватит. Одно хватит. Хватит. И здесь простой блок. Отлично. Супер. Здесь мы сделаем такую вещь. Так. Не то, не то, не то. Двойные столбы. Нет, это не то, что мне нужно. Значит, так, что надо сделать? Надо сделать... давай поставим вот это, посмотрим, как это будет выглядеть. Один. Два. Какая у нас высота? Раз, два... 3, 4, 5, ну, 6, 7. Надо всем высоту, значит, надо же поставить 6. Да, 6, потому что у нас 2 в ширину. Я прям акробат, ёпты. Так, и здесь уже получается...
Блин, вот это... Сука, не вижу. Ну, по идее, вроде бы... Тут уже можно ставить первый это так его. И вообще неправильно сделал, кстати говоря, друзья. Неправильно сделал. Бляха-муха. Я что, не смогу сейчас поставить эту тему. И, блин. Твою мать. Да, что-то я ступил. Мне ж... Не, лучше поставлю просто сейчас полные блоки, потому что тут 1500 хп только. А сколько здесь еще хп, блин? Ну тоже 1500, походу, если не ошибаюсь. Значит, друзья, сделаем такую еще тему. Блок. И сейчас будем просто смету делать при помощи блоков, а то я, блин, не хочу тратить. Как это выглядит? Так, ну это наравне сейчас. Значит, мне надо еще на один поставить блок вверх. Вот так. И по идее, если мы здесь установим блоки, подожди, давай посмотрим. Но не стреляет по ногам. Ну да, если мы поставим один выше блок. По идее, они должны в башку им стрелять. Да, он будет на уровне вот здесь. Отлично. Бляха-муха, иди отсюда. Ой. Ну вот, ну да, вот так и получается. Что такое? А, ты хочешь пить и кушать? Значит, сюда мы ставим еще один. Окей, понял. Так. Ну ладно, что мы сейчас тогда делаем? Каким образом мы это все будем проворачивать? Можно было бы сделать такую систему. Так, сейчас я подумаю чуть. Так, как же мне так лучше это сделать? Ладно, это можно убрать сейчас, все эти блоки. И это нам будет, это будет как у нас пример, как нам надо идти. И здесь тогда уже можем, и подожди, я хочу сейчас просто проверить одну систему. Сколько ты, тварь... 1500, кажется, у него тоже у этого блока, да? Да, 1500, все нормально. Все правильно. Просто я не хочу никаким образом... Так, ну что ты, встань сюда. Так, и здесь мы делаем такое. Я хочу все-таки поставить вот такие вот вещи, чтобы... Один. Два. Три, четыре, пять, шесть.
Окей, следующее. Следующее, это у нас идут вот такие вещи. Блин, что-то не то нажал, опять. Так. Так, они туда стреляют. Окей, но мне надо сделать это чуть повыше. Или все-таки... А что, друзья, сделаем? Блин, опять. Вот ты... Ван лошара, блин. Надо было все-таки... Вот потому я не люблю строить, блин. Надо строить с простыми. Потому что у меня идеи меняются постоянно, блин. Ладно, блин, еще сейчас это как-то... Можем этим здесь сделать. Я хочу построить, тогда получается, смотри, сейчас сделаем по-другому чуть-чуть. Так, 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 так. Вот. Куб. Улучшенный. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь. И сюда мы ставим один. Ага, смотри, как он это еще здесь делает. Ну, по идее-то, блин, это без разницы. Да, ну, по идее, кажется, без разницы, если я не ошибаюсь, я, может, ошибаюсь. Значит, следующее, что нам делать, мы спускаемся вниз. Здесь ставим тогда такой же самый блок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И это забираем. И так у нас получается вот такой вот. И здесь мы сделаем потом лестницу, чтобы, знаешь, как позаряжать патроны. Чтобы не было проблем. Так, что у нас здесь? Дрова. Итак, нам надо сейчас идти за пистолетом. Чтобы улучшить. Как обычно это все делается. Ой, ой, ой. Кстати, надо еще стали типа поставить. Плавиться. Максимум, сколько у нас может быть. Тут будем все в сталь вливать. 561, нормально. Окей. Следующее. А, кстати, кто проверить растяжку. Есть сделано, у меня здесь еще эта растяжка. Здесь? Или это где-то в другом месте? Или ее так не просто не создашь? Это вопрос. Вопрос на миллион. Здесь должна быть, по-любому. Ну я что-то прям глаза долблюсь, я не вижу ее. Ну вот, спусковая плита. Вот, часть растяжки. Дерево и электрика. Дерево у нас есть, давай. Часть растяжки изготовить. Надо две, кажется, да? Заберем, окей. Кстати, надо проверить, сколько это вообще энергии потребляет. Это потребляет 10, 20. Получается, у нас 45 энергии добавляется. А сколько у нас генератор генерирует вообще, если мы сейчас это все врубим?
Если мы все врубим. О, по идее, должно хватить тютечку в тютечку. Прям тютечку все хватит. Замечательно. Замечательно. Супер. По идее, должно все нормально получиться у нас. Главное, пошел за одним инструментом, а не взял то, что надо, а сделал то, что предполагал делать потом. Так, и мне нужно взять булыжник, цемент у меня есть. Окей, пошли. Доски у меня есть, доски есть. Отлично, погнали, погнали. Кстати, сейчас это улучшим, сразу вот это дело. Супер. От греха подальше. Ну и здесь лестницу стальных этих, как я хочу поставить. Лестницу стальных лесов, что-то такое как-то называлось. Где это было? А, строительных лесов. Стальных лесов. А хера с два, я сейчас не смогу это сделать. Ах ты жопа. Потому что я же поставил это на наружную часть. Печально. Ну, допустим, давайте, знаешь, что сделаем? Ну так не нравится мне. Тогда значит, что так, подожди, сейчас, секунду. Так. Бля. Ну давай, допустим. Ну, если ты что-нибудь тоже так поставишь, чтобы симметрично это выглядело. Я что-то опять просчитал, не подумал по поводу этого дела. Ну да ладно, хер с ним. Могу зарядить, да, ловушка с дротиками. Ловушка с дротиками. Раз, два, три. А почему ты мне не говоришь, что я должен... Как ты там реагируешь? А. А тут что, так настройка не работает, я не понимаю. Подожди, дайте проверю, потому что я что-то сейчас... Я не хочу получить, блин, в спину пару тысяч, блин, дротиков. Да, смотри, только он действует таким образом. А подожди. Ну это как так получается? Я не понимаю. Ну давай. Что ты будешь делать, блядь, ну? Я не понимаю. Сука. Ладно. Не хочу сверху ставить. Давай поставим снизу, может быть. Не, ну снизу тоже не получается, потому что там я же буду заряжаться. Сбоку тоже... Оно такое сверху получается, потому что сбоку у нас не получится, так как у нас... я так таким образом построил. Ладно, будет нормально.
Ну, сейчас вопрос, как мне электричество сюда тащить? Электрический столб построить, что ли, мне такой? Импровизированный. Там у нас вот провод. Так. Давай так сделаем. И тут выровняем землю. Она здесь, она неровная. И главное, еще тоже хорошая вещь, друзья. Это дроник, да, который сейчас у нас там летает, да? Если вдруг у нас какие-то... Ну, мы тут работаем, увлекаемся какими-то делами своими, да? И вдруг тут где-то появился какая-то нежить, нечисть, да? Ну, не скажет сразу, будем готовим. Тут у нас enemy, да? И уже будем знать, что надо готовиться к бою, да? Такая очень удобная штучка. Не только как грузовая платформа, блин. Так, мне не нравится, что ты просел так глубоко. Это как-то очень отстойно. Значит, надо уничтожить. Как-то тупо. Очень тупо. Ладно. Значит, сделаем так. Ставим себя туда. И тогда уже здесь мы ставим такую вещь, как... импровизированную... Так, какую же мне тебе поставить здесь? Вот этот центр. Раз. Два. Тут же не хочу отдельный, блин, ему этот делать. Не, ну, блин, лишний поставил, блин. Ну, лишний, ну... Здесь уже тогда можно, знаешь, что сделать, такую вот вещь поставить. Вот сейчас думаю, или такую, или такую. Давай вот такой поставим. Ага, такой поставим, блин. Мне же надо сначала еще выбрать его позицию. Он должен быть посередине. А у меня тут посередине такого нету, да? Ты жопа. А посерединке такого нету. Отстой. Ну, ладно, тогда сделаем по-другому чуть. Да, посмотрим, как это будет выглядеть. Нихера себе. Серьезно? Ах ты жопа. Как ты же меня бесишь. И что мы тебе могу себе поставить тогда, и твою мать? Могу, блин, куб поставить себе на крышу. Во! Отлично. И наверх хочу, чтобы ты стал, блин. Там надо поставить еще один кубик. Серьезно? Это что за поворот? О, боже ж ты мой. Походу, я никогда не смогу это, блин, создать. Это как мне хочется создать какую-то систему. Иначе, друзья, блин, что нахер? От греха подальше, чтобы тут не долбить бестолку. От тебя?
Во! Нормально. Пойдет. Отлично. Ну и сейчас отсюда туда. Ах ты жопу не достаешь, да? Отсюда. Не вижу его. О! Красава. И сюда мы свет липанем. Знаешь, что, друзья, нужно это вот улучшить, чтобы это как-то не выделялось. Сейчас бы какого-нибудь, блин, чувака найти нам. Чтобы проверить, как это все работает. Давайте сейчас пойдем. А, мне же еще надо врубить дротик. Сенсоры. Твою мать. Блин, это печально. Значит, друзья, будем создавать тогда еще. Надо будет добавить вот такую тему. Копировать поворот. Копировать форму. Копировать поворот. Копировать форму. Копировать поворот. Копировать форму. Копировать форму. Копировать поворот. Ну жопа. Раз. Два. Да что ж... Сука. Значит, следующее, что мы делаем? Ах ты жопа, смотри, какая хитрая тварь, а? Ну, я не знаю, ли смогу, блин, дотащить. Ну, вроде бы, по идее, должно долететь до этого. Подожди. Я не слишком высоко это все поставил, блин, вроде бы нет. А то будет как-то обидно. Не хватает длины. Блин, как же так поступить? Твою дивизию. Был бы, может быть, легче было сделать с видеокамерой.
Я надеюсь, что не слишком высоко построил эту систему. Будет обидно, если слишком высоко. Сейчас вопрос не в этом. Вопрос сейчас в другом. Допустим. Ну не хватает, сука. А мы сделаем по-другому чуть-чуть тогда. Смотри. Раз у нас не хватает, мы сейчас все это переделаем. Смотри, чуть по-другому все сделаем. Так, значит, отсюда мы, электричество нам пойдет у нас отсюда. Ну или отсюда, без разницы. Сюда. Отсюда мы идем. Сюда. Отсюда мы идем. Сюда. И отсюда мы идем. Ну, блин, не получается мне туда залезть, твою мать. И отсюда. Сюда. Ну, и по идее, и сейчас все должно работать. Просто все перекрыто светом. Давай заценим, сколько это будет сейчас потреблять энергии. Или хватит на вообще этого делать все, или нет. Итак. 231. А, ну потому что сейчас же не срабатывает. Те вещи. Так, давайте, блядь, пойдем проверим. Все-таки я хочу проверить. Но у меня здесь, по идее, не должно меня валить. Но здесь меня чуть трахнет. Бля. Ну, мне очень интересно. Ну, он же, по идее, должен достать, да? Он же работает, да? А, ебать! Вот ты лошара, Вован. Я-то вывел эту тему там, а подключить-то я не подключил его, вот дурак.
Так, ну здесь что есть, да? Да. Ну пойдем заценим. Но это, по идее, не должен срабатывать. Ну? Работает, все нормально, пацаны, все отлично. Так, надо, блин, отсюда выбраться. Супер. Замечательно, все, значит, наши ловушечки готовы, все отлично. Значит, еще, друзья, еще... Но тут уже надо будет второй генератор ставить. Я хочу еще поставить вот такие мясорубки в защиту у меня здесь. Но. Я думаю, что пока что я с этим побременю. Не то, не столь это сейчас важно. Это не принципиальная тема. Но. Отлично. Все супер, все работает, все замечательно. ППшечки не будут тестить, ну, так как у нас включены они на то, что они только агрятся на зомбарей. Отлично. Супер. И там у нас было 231. Получается, 10 по каждой идет по на дротики. Это получается у нас 20, плюс еще 15. Это у нас получается 50. Идет в общей сложности нам надо по 50, у нас производится 231, врубаю все, значит получается у нас еще остается 20 ватт в запасе. Нормально, нормально, друзья, вот такие вот пироги. Вот, ну что ж, друзья, думаю, что на этом мы наш бедосик. А что там? А что я провалился? Не понял, алло. Таким образом он продамаженный был, ладно. Уже улучшено даже до бетона, блин. Отлично, все супер. Замечательно. Окей, идем. Так что да, друзья, я думаю, на этом мы сегодня закончим наш видосик. Если, как говорится, есть какие-то комментарии, советики по поводу игрушки, друзья, не стесняйтесь оставлять комментарии под этим или под любым другим видео. Есть всякие другие советики, друзья, опять же, тоже не стесняйтесь. Я всегда рад выслушать ваши советы, рекомендации, комментарии. И я только это приветствую. Так что, друзья, опять же, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то пожелания, опять же, тоже пишите в комментариях. А на сегодня, друзья, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и... Пока-пока.